Здравствуйте! Вас приветствует канал SPVComp, и мы продолжаем играть в The Last of Us одни из нас на эмуляторе RPCS3. Наконец-то мы дошли до уровня финансовый квартал, где вылетов в любой момент дикое количество, невозможно почти играть. Вышел новый патч, я покажу, как им пользоваться, который решает полностью эту проблему. Я несколько раз это проверил, ни одного вылета на финансовом квартале, по крайней мере, у меня не было. Как пользоваться новым патчем? Либо это стандартно в корне папки. Вот эти я добавил новые 5 пунктов сюда, фиксов, которые исправляют эту проблему с вылетами. Либо в папку Patches добавляется специальный файл Patch, который содержит коллекцию, большую коллекцию фиксов для различных игр, включая The Last of Us. Я уже добавил туда все, что нужно. Как им пользоваться? Менеджер, Game Patches. Выбираем нужную игру, в данном случае The Last of Us. Нужную версию. У меня 15.85.1.11. И ставим все эти галочки. То есть все фиксы будут включены. Но лучше одновременно не использовать два варианта. И этот патч, и вот этот. Какой-то один из них. Я в данном случае сейчас буду этим пользоваться. Напоминаю, что эмулятор вы можете скачать с нашего сайта по ссылке, которую я оставлю в описании видео. Хаксборка 0011-107-55, она уже содержит коллекцию патчей, которая лежит в папке Patches. Так что, скачав эту версию, все фиксы и патчи уже будут в коллекции. Ну что, поехали. Я уже несколько раз проверил финансовый квартал, ни одного вылета, по крайней мере, у меня не было. Давайте посмотрим, как это сейчас получится. Начнем с отеля. Лучше побудь здесь. Не вопрос. С места не двинусь. Мы должны выбраться отсюда. Найти мост. Главное понять, как. Ай, как же достало.
Ух ты, зацени. Это задник. Люди фотографировались на его фоне. Да, я знаю, что это. Ясно. Но ты хочешь что-то сказать? Я и не думала делать, что мне в голову взбредет. Просто тебя долго не было, и я подумала... А вдруг с тобой что-то случилось? Не имеет значения, что ты подумала. Ты должна меня слушаться. Я и слушаюсь, просто... Ладно, неважно. Похоже, та дверь ведет наружу. Ты не видишь пути наверх? Не-а. Может, с этой штуки можно залезть? Как насчет помочь? Думаешь, можно мне это доверить? Элли! Ну! Жми! Да. Я жму! Сильнее! Так лучше? Пошли. Сюда, прыгнись. Значит так, я сейчас спрыгну и расчищу нам путь. А как же я? Сиди здесь. Но это же тупо! У нас больше шансов, если я помогу. Поможешь. Я понял, что стрелять тебе не впервой. С винтовкой справишься? Ну, из винтовки я уже стреляла. Только по крысам. Крысам? Пневматика. Короче, общий смысл тот же. Вскидывай. Теперь упрись как следует в приклад. Отдача тут гораздо круче, чем у любой пневматики. Угу. Оттяни затвор. Держи вот здесь. Тяни. Вот так. Как выстрелишь, тут же загоняй еще один патрон. Послушай меня. Если я опять влипну, бей так... Чтоб наповал. Ясно? Я поняла. Ну ладно. И знаешь, насчет того раза... Спасибо, что спасла мне жизнь. На здоровье. Ну не засранец, а? Если уж ты тыришь, то прикинь сначала, успеешь ли слинять. Ну я бы... Одни трупы! Всех перебили нахрен! Чего вопишь? Что там?
тебя! Идем с Элью! Твою ж мать! Дурно. Получай! Окружай его! И жми его! А ну, пусти его, гад! Тихо, тихо! Может, по-хорошему? Все, можно брать! Ну тебе, гад! Все, спускайтесь. Ну, как я? Вот, возьми. Тебе по размеру. На самый крайний случай. Ага. Он на предохранителе. Умеешь снимать с предохранителя? Умею. Ладно, только помни, это не игрушка. Ты должна... Джордж, я понимаю. Ладно.
снова действовали. Ага. Боже. Черт, цепь застряла. Держись. Держусь. Есть. Давай. Хорошо придумано. Помоги открыть. Держу. Готово. Пригнись, пригнись. Что нам делать? Ничего. Непростые деньги, а? Хоть что. Черт, еды нет, ботинки старье, ничего прилично. Но... Пошли. Что ж. Боже. Ничего мы не могли сделать. Я знаю. Просто... Боже. Надо идти к мосту. Ладно. По крайней мере, ту парочку наконец прижились. Я был уверен, что они следят. Осталось найти двух поганцев из пикапа. Лучше бы в том пикапе были солдаты. Как они умудрились? На тебе кирдык! Черт! Восточный отряд 8-5. Ни черта нет. А Маркет-стрит? Да, они как раз там. Может, выкурят этих подонков. Только бы эти туристы выползли на свет. Джоэл, на втором этаже еще один, смотри. Ты это видел? Черт! Кто здесь? Ты
Черт. О да, нас не сломить. Что? А, да, комиксы эти. Сюда, сюда, Элли. Давай! Вот так. Скоро придем.
Давай свернем в переулок. Опять этот долбанный броневик. Главное, не высовывайся. Когда откроешь? А что? Так я тоже хочу. Не сомневаюсь. Эй, я же спас тебя от щелкуна. Я подумал. Надо было оставить тебя подыхать. Да ладно, будет тебе. Только ты как чистый идешь. Нет, я на них ушел. Это консерв. Живой трупы. Чёрт! Тебе конец! Mm.
Кажется, оторвались. Черт. Спокойно. Нас не видят. Твою мать! Ах ты ж! Джоэл, стой! Убери руки. Все, все. Успокойся. Не стреляй. Они нас не тронут. Убери пистолет. Как же больно ты бьешь. Ну, я же убить пытался. Я сперва подумал, что ты из этих. И тут она. А эти с детьми возиться не будут. Выживает сильнейший. У тебя кровь. А, фигня. Я Генри. Он Сэм. Ну, а ты, как я понял, Джоэл. Элли. И сколько с вами? Все умерли. Эй, может, еще и нет. Нас было много. Но пришла гениальная идея зайти в город за припасами. Нарвались на этих выродков. Пришлось валить. Тут уж не до припасов, сам понимаешь. Можем пойти вместе? Элли. Но вместе же безопасней. Она права. Так безопасней. У нас тут логово в надежном месте. Там и поговорим спокойно. Ладно, ведите. За мной. Извини, что так вышло. С пушкой. Ничего. Я бы, наверное, так же сделала. Ты откуда? Из самого Хартфорда. Правда? Говорят, там было хреново. Войска ушли, а за ними мы. Сейчас там, наверное, тоже что и осторожней. Рядом их наблюдательный пост. А вы с дочкой вдвоем? Мы не родственники, а скорее... Я обещал за ней присмотреть. Да, я понимаю. Вот так. Элли, тут твои любимые комиксы. Йова.
Стоп, стоп! Не шумите! Не подходите к окнам! Их нет. Долбанный грузовик! Все время ездит за нами в этом чертовом... Сэм, что ты делаешь? Ничего. Выброси это. Мой рюкзак почти пустой. И какие у нас правила? Совсем ничего не вижу. Правила? Какие правила? Берем только то, что нужно. Точно. Ну, пошли. Далеко еще? Близко. Очень близко. Эли, прикрывай. Похоже, их прям кто-то был, но давно смылся. А где остальные? Решили еще раз все осмотреть. Вдруг чего упустили. Ладно, подежурь тут, я тоже пойду осмотрюсь. Поищу здесь, глянь внизу. Получилось. Неплохо, старик. Ключ только у меня. Нам сюда. Это не опасно? Они ведь рядом. Ключ только у меня. И откуда взял? Убил тут одного. И забрал. Все прошли. Это здесь. А сколько тебе лет? Мне 14. А тебе сколько? А, мне тоже. Тебе 14? Почти. Ладно. Да. Мы пришли. Вот это мой кабинет. И давно вы тут отсиживаетесь? Пару дней. Кстати, у нас есть еда. Пошли. Черника. У нас ее тут полно. Не хочешь? Нет. Да расслабься ты. Тут чисто. Почему вы еще здесь? Момента дожидаемся. И? Вот. Смотри сам. Видишь этих тварей? Целый день они торчат внизу. Сторожат этот мост. А вот ночью почти все идут баньки. После заката есть шанс удрать. Как стемнеет, мы прокрадемся. Попробуем. Будь спокоен. Мы все выберемся. Сейчас еще одну. Смотри, как я могу круто, да? Надо же. Постой. Ай! Что, синяк набило? Мой пацан уже 1000 лет не улыбался.
А ей все как с гуси вода. Так куда вы идете? Говорят, цикады сидят к западу отсюда. Хотим добраться к ним. Что смешного? Ничего, просто в последнее время многие делают ставку на цикад. Да, и может быть неспроста. Значит, ты не знаешь точно, где они, и все-таки тащишь его через всю страну. Знаешь что? С братом я сам разберусь, а ты занимайся девчонкой. Выдохни. Мы с ней тоже ищем цикад. Мы здесь. А это заброшенная радиовышка на окраине города. Если кто из наших выжил, они будут ждать там, завтра. Если вы хотите с нами, идем сегодня ночью. Тогда нам лучше отдохнуть. Он говорит, нам пора. Идти придется очень быстро. Твое дело вцепиться в меня, как клещ. Как клещ. Как клещ. Ясно. Вижу, понял. Ну что, вы готовы? Да. Пошли. Так, держитесь рядом, ясно? Ты уже пробовал? Да. Рад слышать. Расслабься, старик. Надеюсь, ты знаешь дорогу. Сюда. Так, давайте разберемся с ними по-тихому. Эй, я пойду за тобой. Ладно. И как там? Пытаюсь согреться. Как у вас дела? Пристрелили нескольких зараженных, а туристы как провалились. Фонарь видишь? Там человек. Вижу. Эй, что? Я что-то слышал? Будьте чеку! Эй, слышь, щелкун! Что заметили? Меня попряжи! Спрячься где-нибудь! Все, разобрались. Генри, помоги-ка мне. Ладно. Готов? О, нет. Скорее. Вперед!
Ну вот. Есть. Ну, пошли. Так, ты первый. Все чисто. Сэм, давай. Давай, теперь ты. Готово. Вот так. А черт. Быстро, быстро. Держи. Ну. Теперь тащим его. Извини. Мы уходим. Что? Что за бред? Ну, пошли. Ты что, охренел? Сейчас. Я с тобой. Джон, скорей! Как выбираться из этой жопы? Что за хрень? Давай ползком. Сколько у тебя патронов? Нас же убьют! Что ты предлагаешь? Прыгнуть! Слишком высоко, и ты утонешь. Я тебя подсажу, удерешь. Черт! Поможешь мне плыть? Элли! Спорить некогда! Элли! Генри, он очнулся. Привет. Мы живы. Вставай. Ну, что я вам говорил?
Он жив! Все целы. Это Сэм вас заметил. Вы уже нахлебались воды и... Ты охренел, что ли? Генри, слушай! Эй! Спокойно, Сэм, ничего он мне не сделал. Ты в этом уверен? Стой! Джоэл! Он бросил нас подыхать. Нет, я был уверен, что вы выберетесь. Вернувшись к вам, я бы рисковал им. Не подходи. Разве ты бы на моем месте вернулся? Я спас вас! Нас обоих. Мы бы утонули. Да все нормально, не парься. Не поверишь, я рад, что мы нашли вас. Радиовышка за тем утесом. Слышь, там будет полно еды. Порадуйся, что не убил. Мы посмотрим по окрестностям, что тут есть. На сегодня довольно. Как сами видели, ни одного зависания не было. Патч работает 100%. В конце хотел бы немножко показать и сказать о настройках, которые немного тоже поменялись. TSX инструкции, если у вас не работают, то тогда в обязательном порядке вот здесь ставится галочка. Она должна стоять у тех, у кого не работает TSX инструкции. И в debug меню ставится вот эта галочка. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на наш канал spv.com, ставьте лайки, заходите на наш сайт spv.com.com.